Вышиваю росток насчет сокращения петли переда. Вот это у нас тоже по схеме обозначено. Вот мы должны для образования ростка сокращать с обеих сторон по 4 петли. Тогда у нас петли спинки равняются к петлям переда, когда мы не включаем вот эти, которые добавляли для планки. Это 6 петель. Теперь, друзья, вот мы опять начинаем новый ряд с лицевой стороны. Мы теперь здесь делим нашу горловину по частям кофточки. Это у нас, вот мы отсюда начинаем с начала ряда. Мы посчитаем 19 петель, вот, и ставим маркировку. 19. Берем накид и ставим нашу маркировку. Потом у нас идет регланная петля. И мы дошли вот сюда. Вот. Ставили маркировку. У нас одна регланная петля. Потом мы посчитаем 14 петель для левого рукава. Вот. После регланной петли мы берем накид. Начинаем посчитать 14 петель. Раз. 14. Опять берем накид, опять ставим нашу маркировку. Регланная петля и накид. Мы находимся вот здесь. Вот. Теперь посчитаем 23 петли спинки. Опять берем накид, ставим маркировки, красную маркировку, регланная петля, опять накид. Мы находимся вот здесь. Теперь мы посчитаем 14 петель для правого рукава. 14. Накид. После накида ставим маркировку. Регланная петля. Опять накид. Эта сторона у нас будет правая половина переда. Должен быть всего 19 петель. Вот, друзья, мы уже разделили наши петли по частям нашей кофточки. Вот когда вы так посмотрите, вот это у нас спинка, вот спинка, правая рукава, левая рукава, и у нас две половины полочки. Вот мы теперь будем образовать росток. Для этого вот мы на изнаночной стороне разворачиваемся. Мы шаг так
провяжем и дойдем вот сюда. И мы с вами увидимся вот здесь. Для этого все наши петли, планки провяжем лицевыми петлями, а остальные все петли мы провяжем изнаночными петлями. А накиды возле регланной петли мы провяжем тоже изнаночными петлями. Если вы не хотите, чтобы здесь образовалась дырочка, тогда вы будете вязать эти накиды, скрещивая. Тогда вы берете не вот так, а берете вот так с левой стенки петли, таким образом. А я вяжу таким простым образом, чтобы видно было наша регланная линия. Вот мы дошли начала левой половины переда, и мы находимся вот здесь. На изнаночной стороне прошли вот так обратно, и мы здесь сокращаем одну петлю. Мы две петли, изнаночную петлю, должны провязать вместе изнаночной петли. Для этого изнаночные петли перепоставим, переправим, и мы провяжем вот таким образом вот за правой стенки петли, обе петли, и провяжем изнаночно. Вот провязали две петли вместе, с этим мы сократили одну петлю, и следующую петлю мы провяжем, поворачиваем нашу работу, продолжим наше вязание на лицевой стороне. Первую петлю возьмем на спицу, не провязывая, и следующие петли мы провяжем лицевыми петлями. А возле регланной петли мы берем накиды. Регланная петля, накид. Так мы не забудем оформлять наши регланные петли возле маркировки. И мы увидимся, когда мы находимся вот здесь, в начале правой половины переда. Вот, друзья, мы в начале петли правого переда. Это у нас прошлый накид, который мы провязали. И вот теперь начинаются петли переда. Мы здесь сократим одну петлю. Провяжем вот эти две петли вместе. Для этого мы обе петли переправим, перепоставим и вяжем вместе с наклоном вправо. И следующие петли мы провяжем. Поворачиваем работу. Теперь мы находимся на изнаночной стороне. Вот здесь. Сократили одну петлю. И здесь не ленитесь, пишите обязательно с правой стороны, с левой стороны. Мы с левой стороны одну петлю сократили, и с правой тоже одну петлю сократили. Теперь мы на изнаночной стороне. Первую петлю берем на спицу, не провязывая. Остальные петли мы провяжем изнаночными петлями. Накиды тоже изнаночными петлями. Вот таким образом мы теперь идем в сторону. Вот так мы пришли вот с правой стороны, здесь сократили. Теперь мы идем опять на изнаночной стороне в сторону левой половины переда. Вот мы опять дошли до этого места, которое в прошлый раз мы, вот мы сократили одну петлю здесь, провязывая две петли вместе. И вот следующую петлю мы провязывали. Вот теперь вот эту петлю мы провяжем. А эту петлю, которая была последним предыдущего ряда, и следующую петлю нашу. Вот здесь будет большое расстояние, вы не будете ошибаться. Вот эти две петли мы будем провязать вместе. С этим мы сократим еще одну петлю. Для этого, как всегда, я вам показала. Вот
петли переправим и провяжем их таким образом вместе изнаночной петлей и провяжем следующую петлю. Вот мы сейчас с левой стороны сократили еще одну петлю. Теперь поворачиваем нашу работу. Первую петлю возьмем, не провязывая, и начнем провязать наши петли лицевыми петлями. А возле регланной линии мы опять берем накиды, оформляем наши регланные линии. Вот так мы оформляем все регланные петли. И мы с вами увидимся опять, когда будет начало наша правая половина переда. Вот здесь. Опять мы дошли до этого места, начала правой половины переда, вот в котором мы здесь опять должны сокращать одну петлю. Как всегда, как я в прошлый раз я вам показала, мы сократим одну петлю. Для этого переправим наши петельки и провяжем вместе. Сократили одну петлю. Следующую петлю провяжем и поворачиваем нашу работу. Мы теперь пойдем на изнаночной стороне. Первую петлю возьмем, не провязывая. Остальные петли и накиды будем провязать изнаночными петлями. Значит, мы с правой стороны опять сократили одну петлю. Сейчас с обеих сторон сократили по 2 петли. Третью петлю вы сократите с обеих сторон самостоятельно. И мы с вами увидимся, когда будем сокращать четвертую петлю. И, друзья, когда вы начинаете вязать с лицевой стороны, вы можете начать свой узор. Какой вы именно планировали? Можете начать узор, когда вот на рукавах, на спинках. А вот мы дошли опять до этого места, которое мы должны сокращать еще одну петлю, четвертую, последнюю петлю с левой стороны переда. Вот для этого, значит, мы переправим наши петельки и провяжем их вместе таким образом изнаночной петли. Вот сократили четвертую петлю. Мы с этой стороны закончили наше сокращение. Следующую петлю провяжем и поворачиваем нашу работу. Теперь мы вот эту петлю возьмем на правую спицу и протянем нашу нить. И здесь образуются от нашей петли две ножки. Вот так оставляем. И продолжим наше вязание на лицевой стороне. Все петли лицевыми петлями. И возле реглана мы берем накиды. Что это нам даст? Это нам даст вот здесь, чтобы не образовалось большое расстояние и дырочка. Теперь мы с вами вот эту процедуру повторяем. И здесь, когда мы сократим, здесь тоже последнюю четвертую петлю. Вот мы дошли с правой стороны переда. Здесь тоже мы сократим последнюю четвертую петлю. Как всегда, переправим наши петельки и провяжем вместе с наклоном вправо. Вот сократили последнюю четвертую петлю. И следующую петлю провяжем. Поворачиваем нашу работу. Последнюю петлю возьмем на правую спицу и протянем нашу нить. Вот видите, здесь тоже образовались две ножки петли. Таким образом мы оставим и провяжем дальше все петли изнаночными петлями. Вот мы с обеих сторон закончили наше сокращение. И вот
И с левой стороны мы закончили, и с правой стороны мы закончили. Мы закончили наш росток. Теперь мы будем вязать, уже присоединяя наши остальные петли. Вот, друзья, мы дошли до этой петли с левой стороны переда, от которой мы оставляли на две ножках. Вот эта петля. Вот эту петлю мы провяжем. Теперь каким образом? Вот тогда вот возьмем вот так. Вот. Видите, да? И провяжем изнаночно. И уже мы присоединяем оставшие другие петли переда. Вот это изнаночные петли, от которых остались 4 петли. И петли планки. Мы, как всегда, вяжем лицевыми петлями. Вот мы присоединили левую сторону переда. Мы поворачиваем нашу работу. Теперь, как всегда, мы вяжем планки лицевыми петлями. И вот у нас росток и начинается перед. Здесь, если вы планировали какой-то узор, и начинаете вязать ваш узор. Если вы начали узор вот здесь, тогда вы продолжите ваши ряды узора по схеме. И возле регланной линии вы не забудете брать накиды. И мы с вами встретимся на том конце, на правой стороне переда. Вот опять мы на правой стороне переда. И вот, который петли на две ножки, которые в прошлый раз мы образовали. Это мы провяжем таким образом. Мы заходим с левой стороны и провяжем обе ножки вместе. И провяжем дальше. Все петли лицевыми петлями. И здесь. И присоединим петли планки, тоже провязывая лицевыми петлями. Друзья, так посмотрите, вот которую мы провязали две ножки петли, даже здесь будет незаметно, даже и расстояние не видно здесь. Вот эта петля, вот видите. И с этой стороны то же самое. С этой стороны тоже не чувствуется. Это вот это у нас вот эта петля. Вот эта петля. Видите? Даже здесь тоже не видно. Все переход плавлено. Вот, друзья, мы закончили наш росток. Круглый вырез горловины с застежками реглан сверху. Вот видите, у нас на спинной части 8 рядов больше, чем переда. Насчет этого у нас идет вот такое углубление переда, которое нам нужно при форме одежды. Таким образом. И мы здесь образовали планки для застежки. Вот видите. Теперь вы вот так продолжите. Теперь уже наше вязание по телу кофточки, рукава и спинку. И заодно у вас идет планка до конца с обеих сторон. Такой платочной вязкой. Thank you.
если хотите, для образования засушками пола, вот здесь вы попереду вяжете определенную длину ваши планки. Для детей это может быть 6, 8, 10 сантиметров. А для взрослых это будет 15, 16, 12 сантиметров. Вы мерите, когда уже вы считаете, уже надо образовать здесь поло. Тогда мы вот так на лицевой стороне, когда доходим до правой планки, и здесь мы уже отделяем правую планку на вспомогательную спицу. Вот эту маркировку пока убираем. И мы вот вспомогательную спицу, вот эти петли мы убираем. Так, переведем, чтобы заодно переправим наши петельки. Вот таким образом переправим, чтобы нам было удобно вязать. Вот. Теперь, вот видите, если у вас мужские джемпера, мы их сопоставим вот таким образом, чтобы левая полочка лежала сверху полу женская, тогда эта правая полочка у нас будет лежать сверху. Вот таким образом. Вот. А я сейчас вам покажу мужской вид, что у нас левая планка будет лежать сверху. Видите, даже здесь я образовала и вторую петельку для пуговки. Вот первая, вот вторая. И мы вот так должны вязать теперь. Их поставим в таком виде. И мы одну петлю возьмем с верхней планки и одну петлю возьмем с нижней планки. Мы эти петли, две петли провяжем вместе лицевыми петлями. Вот одну взяли отсюда, с верхней планки, а следующим взяли вот нижней планки. Вот две петли провяжем вместе и отпускаем обе петли. Теперь следующие вот две петли сверху одну петлю берем и снизу одну петлю берем и провяжем лицевой петлей вместе. И следующее то же самое. Вот взяли две петли, провязывали вместе, отпускали обе петли. Еще вот взяли одну петлю сверху планки, одну петлю снизу планки, провязали вместе и отпустили обе петли. Вот таким образом мы 6 раз будем провязать наши петельки. Вот последнюю петлю провязали лицевыми петлями. Вот видите, у нас присоединились планки и мы смыкали круг. Теперь мы продолжим вязание по кругу. Теперь у нас идет вот так вязание по кругу. И все пойдут лицевыми петлями. Если у вас идет какой-то узор, значит вы продолжите свой узор. Вот. Теперь у нас получилось здесь застежками пола.